Яркие, световые, праздничные. К Новому году Самара засияет тысячами огней. В городе появится более 7 тысяч световых композиций. Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. Засверкают парки, скверы, аллеи, общественные пространства и набережная. Только на улично-дорожной сети будет свыше 3000 объектов праздничного освещения. Об этом стало известно на совещании в администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Настроение мы с вами должны создать. Не проводим массовых праздников, но хотя бы город должно украсить. У людей должно быть праздничное настроение. Работы по украшению города уже стартовали. С 8 ноября специалисты Самара Горсвет устанавливают светодиодные композиции, подвесы и гирлянды на стволах деревьев. Праздничным центром по-прежнему будет площадь Куйбышева. Однако новогоднее настроение создадут во всех уголках Самары. Это Крымская площадь, композиция «Дерево и фонтан», сквер «30 лет Победы», композиция «Арка часы», фонтан «Зима и брызги», склон на площади Славы, композиция «Фонтан», «Колонна арочная», «Светящие шары», «Северное сияние». Четвертое – это сквер на пересечении Красноармейской и Чапаевской, светодиодный фонтан «Классика». Сквер «Речников», в Курском районе композиция «Фонтан Феерия». Сквер «Аврора» на пересечении с Аэродромной. Это композиция «Древо света». Проспект Кирова, аллея Трудовой славы, композиция «Самолет с летчиком». Яркая 16-метровая елка появится у самарского филиала Третьяковской галереи. У Ледового дворца спорта – композиция «Коньки и шары». А на вертолетке в буквальном смысле засияют звезды. Включение праздничной иллюминации планируется в 3 этапа по мере монтажа световых конструкций в период с 29 ноября по 17 декабря. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.